В прошлом году многоборец Алексей тоже был губернаторским стипендиатом. А в спорте молодой человек – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Значительную часть жизни он провел в Ставропольском училище Олимпийского резерва, которое в этом году отмечает юбилей. Учителям я хочу терпения пожелать, потому что очень трудно справляться с детьми, которые занимаются одновременно и спортом, и учебой. Также хочу пожелать процветания училищу нашему. «Быстрее, выше, сильнее» – эту фразу училище Олимпийского резерва воплощает в жизнь уже 35 лет. За это время спортивное заведение подготовило почти 2500 человек. Сегодня в училище развивают 16 видов зимних и летних видов спорта. Конкурс – 3-4 человека на место. Среди учеников и выпускников 14 заслуженных мастеров спорта, несколько десятков международного класса и больше 300 мастеров спорта России. В активе и 14 участников и призеров Олимпийских игр. Повод для гордости не только спортсмены. В этом году у нас расширяется спортивная база. Мы гордимся этим. У нас построен на территории физкультурно-оздоровительный комплекс, который будет сейчас сдаваться в декабре месяце. Спортивных побед, званий, достижений и возможностей для профессиональных спортсменов станет еще больше. К этому есть все предпосылки, уверен краевой министр спорта. Скажу, что вчера пришла выписка из бюджета, и сегодня я хочу сказать, что на 627 миллионов рублей наша отрасль на 2019 год профинансирована свыше того, что было в 2018 году. Да. Юбилейный день рождения тренеры, педагоги, ученики и выпускники провели во Дворце детского творчества. Посмотрели концерт и получили заслуженные медали и награды. Ирина Ивановская, Антон Красов, Ставропольское телевидение.